Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 2386. События дня. 1 Коринфянам 2:2. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. За 22 июня 2022 года. Ну и обращение о помощи. Помоги, Господи, брату найти хороших помощников. Повторяю, человек, который кормит тысячи людей, сам нуждается в помощи. И 5 роликов про эту семью. Я быстро прокручиваю здесь вордовскую ленту. А вы курсором ткните, остановится. Прочитали дальше. У меня времени не то, чтобы по-другому. Это переписка, что было за день предыдущую. Курсором приостанавливайте текст. У меня времени абсолютно нету, чтобы медленно идти.
курсором приостанавливаете текст, и свободно считается. Помоги, Господи, Маргарите этой. Тут вот отдельно будет еще про глаза по отдельности. Это отдельно взято, а то целиком будет еще. Вот тема. Отдельно начнется с глаз. Ну, нормальный день был, так же все работаем, рука уже просто не шевелится. Шкурение. По милости Божией. Так вот все.